Всем огромный привет! Хотим вас поблагодарить за лайки, комментарии и внимание к нашему каналу. Сегодня видео из нашего архива. Это очередной семейный день в Ростове. Это еще весна. Очень хочется, чтобы это видео было здесь. Что ты сейчас будешь делать? На самокате! На этом кататься по Пушкинской вместе с папой? Молодец! Пап, справишься с управлением? Что надо сделать? Скачать приложение, да? Да. И что? Расскажи, что делать? Дальше действовать по инструкции. Действовать по инструкции, понятно? Кто не умеет быстро действовать по инструкции, это такие, как мама. Снимают тех на видео, кто умеет действовать по инструкции. А куда мы сейчас идем? А что это такое? Кафе. Кафе. А что ты там будешь делать? Мама Дона – это сеть кафе, которая идеально подходит для семейных обедов. Здесь очень теплая атмосфера, уютный интерьер, легкая непринужденная музыка. Есть, кстати, детская комната. Пришли довольные, сытые и отправились на Пушкинскую. Интересно, это персиковое или какое-то вообще? Рыба. Снегирь, что ли?